И всем привет! Сегодня у нас новый обзор. И на обзоре часы в стиле Dota 2. С будильником, со всеми делами. Пришли они вот в такой коробке. Упаковка, хочу сказать, хреновенькая. Ничего нет. Никакой защиты, пупырчатой пленки даже. Ну что ж, посмотрим, распакуем их и посмотрим, все ли с ними в порядке. Вот такая коробочка. Что-то пока по коробке, по самой, не очень-то похоже на доту, на стиль доты будильника. Сейчас распакуем и посмотрим, что же там внутри. Действительно ли это дота часы, которые я заказывал. И да, наклейку все-таки они наклеили ту, что надо. Достаем. Больше ничего, руководство. Сейчас посмотрим, что здесь в руководстве. На английском написано. Отложим его в сторонку. Вот так выглядят эти часы. Наклеены они таким образом с разных сторон. Здесь сам дисплейчик. И вот такие вот кнопочки. Так, сейчас откроем, посмотрим. Единственное, здесь нет батареек. 4 батарейки, 3А. Вот они не видны. Мизинчиковые батарейки сюда нужны, 3А. Я их сегодня куплю. И уже проверю потом с батарейками. Опа, завелись. И вот так это вот все работает. Я, наверное, включился демо-режим. Сейчас закроем эту крышку. Вот. Вот эти часы. 26,5 градусов показывает. Температуру, в принципе, показывает правильно. У меня дома так и есть. Дату мы настроим уже потом. И часы сами тоже. Обычный будильник. Просто наклейки. Дот. И все. Вот такой будильник. Покопался я в настройках этих чудесных часиков будильника. И, в принципе, все разобрался. Установил дату, время. Все правильно. Время идет. Вот так это выглядит. Настройки легкие. Все меняется вот этими двумя кнопочками. Кнопками up-down меняем. Часы. Дальше set. С кнопкой set фиксируем. Дальше точно так же меняем этими двумя кнопками. Время фиксируем. Год. Это год 2017. И дальше день недели он определяет сам. Сегодня среда. Дальше идет у нас месяц. Третий месяц, март. Фиксируем снова сетом. Дальше 29 число. И зафиксировали вот так. Все в порядке. И сейчас покажу самое главное, подсветку. Также также на этих часиках есть еще функция будильника. Я ей еще не пользовался. Это вот эта кнопочка последняя. Она мне пока не нужна. И включаем подсветку. Вот он идет, свет. Свет довольно-таки яркий на камеру. Не знаю, как это передается. Вот так он мигает. И задняя стенка у меня пустая. Сейчас выключу свет и покажу, как это все светится уже в темноте. Ну что ж, и вот ночная съемка. Я показываю, как горят эти часики. Не знаю, насколько передается четко фотоаппарат, но горят они очень классно, ярко. Переливаются так вот попеременно, то одним цветом, то другим. И мне они нравятся. Такие часы.
Кстати, это мышка из прошлого обзора. Ссылка будет в описании на нее. И вверху в подсказке добавлю. Кто не видел, можете посмотреть. Там мы ее тестируем в Dota 2. Больше-то и нечего рассказывать про эти часы. Часы простые, электронные. С наклейками, символикой Dota. Фанатам будет интересно. Ну что, рассказывать по часикам больше нечего. Неплохие часы в стиле Dota 2. Фанатам, я думаю, понравится. Подсветка у них очень классная, яркая. Видео вы увидели уже. И напоследок покажу одну из своих крайних игр Dota 2 за своего любимого персонажа Котла. Всем удачи, пока. Смотрите наши видео, подписывайтесь на каналы. Смотрите наши видео про змеек, удавов. Делитесь видео с друзьями и ставьте лайки. Всем пока.